Привет. То есть меня слышно? Поставьте плюсики. Отлично, замечательно. Я рада, что я справилась с этим механизмом. И очень рада, что Ирина пригласила меня присоединиться к ее чудесному марафону, потому что под Новый год нам всегда хочется каких-то чудес и хочется почувствовать, что мы можем сделать сами для этих чудес. И вот в плане организации собственного пространства, наверное, это то самое доступное, что мы можем сделать для себя в таких не очень грандиозных размерах. Да, мы, наверное, все уже в нынешнее время слышали про фэншуй, а вот слово «васту» знакомо немногим. И это, в общем-то, оправдано, потому что фэншуй распространили китайцы, когда выезжали из страны во время гонений, во время культурной революции, а васту так и осталось тайным знанием в Индии, знанием, которое распространяли только брахманы, то есть ученые-мудрецы. И сейчас, лишь только последние там, 10 лет, тоненькой строчкой эти знания протекают к нам. И почему то, о чем я сегодня хочу рассказать, это васту, а не фэншуй? Да просто потому, что васту – это навсегда. То есть, если рекомендации консультанта по фэншуй вам нужно выполнять каждый год, менять какие-то расположения чего-то в доме, там, в соответствии с летящими звездами и еще что-то, то васту на самом деле делается всего-навсего один, два, ну, несколько раз в жизни в соответствии с тем, сколько раз вы делаете перепланировку дома или переезжаете в новое жилище. А что такое васту? Васту – это закон распределения энергии в пространстве нашего дома. В древних культурах считается, что наше тело – это дом для нашей души, а васту говорит о том, что наш дом – это дом для нашего тела, то есть продолжение нашей души. И когда мы гармонизируем пространство нашего дома, то и пространство внутри нас тоже меняется. Но при этом обратная связь тоже действует. Когда мы меняемся внутри, наш дом становится лучше. И первое, на что, конечно, стоит обратить внимание, на то, что наш дом – это живое пространство. То есть это буквально живой организм. Помните, в нашей культуре всегда говорится, что у дома есть домовой. В васту говорится, что у дома есть хранитель, васту Пуруша, и он буквально является телом нашего дома. Вот такая картинка, на которой расположен васту Пуруша внутри нашего дома. То есть каждый кусочек нашего дома важен. Что-то является его головой, что-то телом, руками и ногами. И если наш дом имеет правильную форму, то нам повезло, потому что васту Пуруша комфортно в нашем доме, и тогда нам нужно только навести порядок. А что делать, если мы живем в современных домах, которые не мы проектировали, да, квартирах, которые строили строители, которые даже не задумывались не то что о гармонии пространства, а зачастую о нашем удобстве. Вот я сейчас попробую показать несколько картинок современных домов. Посмотрите, на первой правильное расположение и правильная организация, скажем так, пространства. То есть дом ориентирован по сторонам света стенами и при этом имеет квадратную или прямоугольную с размером, соотношением сторон 1 к 2. И все в порядке. Все части нашего дома, внутри него,
и Васту Пуруше, нашему хранителю дома уютно. А на оставшихся трех картинках это примеры, взятые из консультаций. Да, вот такие дома у нас бывают. И где-то не хватает головы, где-то рук, где-то не помещаются ноги. И это создает сложности в доме. Но я сегодня вышла в эфир не для того, чтобы вас пугать и загружать тем, как устроен мой дом и чего же не хватает в моем доме, чтобы было все прекрасно, а для того, чтобы показать, что даже с имеющимися дефектами или особенностями дома мы можем изменить его гармонию, мы можем встроиться в эту гармонию. И вот на этом слайде изображены сектора и их ответственность в нашей жизни. Обратите внимание, ни одного сектора, который пуст. То есть нужно, чтобы каждая часть нашего дома была в гармоничном состоянии, чтобы все, что несет наш дом, шло нам на пользу. Но при этом нужно очень четко понимать, что дом – это лишь наше продолжение. Поэтому, если мы внутри не меняемся, а дома у нас полный порядок, дом, конечно, будет нам помогать. Но при этом очень ярких изменений мы, к сожалению, не сможем увидеть. Мы увидим лишь, да даже не увидим, потому что если мы внутри не меняемся, мы не обращаем внимания на ту радость, которую приносит нам Вселенная. И вот когда мы смотрим на эту картинку, мы можем понять, что в соответствии с теми задачами, которые каждый из вас сейчас решает, можно обратить внимание на то, что происходит в вашем доме, в секторе, который соответствует тем задачам, которые вас больше всего сейчас занимают. Да? То есть посмотрите, если сейчас главный вопрос вашего, который вас тревожит, это финансы, обратите внимание, как устроен север в вашем доме, порядок ли там. Или если у вас есть проблемы с взаимодействием с людьми, значит, нужно взглянуть на северо-запад и так далее. А как определить, да, где у меня север, где северо-запад? Ну, теперь все достаточно просто. Открываем карту Google или Яндекс, находим на ней свой дом, и смотрим, как расположена квартира. В картах Гугла и Яндекса север всегда сверху. И, соответственно, всегда справа будет восток, снизу юг, слева запад. Обратите внимание, что промежуточные направления тоже очень важны. И на них тоже нужно обращать очень большое внимание. Особенно важным направлением, самым главным на самом деле в нашем доме является направление северо-востока. Помните, еще в те времена, когда наши предки жили в деревенских домах, в избах или в каких-то там теремах, всегда в доме было понятие красного угла. Место, где ставили икону, под которым стоял обеденный стол, место, где садился главный член семьи, глава семьи. Вот это место, красный угол, в доме это северо-восток. Это место, откуда к нам в дом поступают самые чистые энергии. И вот это место первым делом, да, если мы хотим гармонизировать свой дом вне зависимости от тех задач, которые мы хотим сейчас решить. Первым делом нужно обратить свое внимание на северо-восток. Сразу отвечаю на незаданный вопрос, а что делать, если северо-востока нету в доме? Да? То есть если дом представляет себе такую вот форму, как, например, на четвертой картинке, но только перевернутую. У этой есть северо-восток, нету юго-востока. А бывает так, что нету северо-востока в игре. Тогда мы гармонизируем то пространство, которое идет на северо-восточном направлении.
То есть мы стараемся навести порядок там. Это, конечно, не совсем то, что нужно для полной гармонизации сектора, но это лучше, чем не делать ничего. Итак, давайте с вами разберемся, а что такое гармонизировать это пространство. Есть правила, относящиеся ко всему дому. И вне зависимости от того, городская ли это квартира. Да, про санузел я расскажу чуть позже, но это очень серьезный вопрос. И, скажем так, его как раз, с ним как раз придется работать отдельно. Я запомнила ваш вопрос и обязательно на него отвечу. Сначала расскажу общие принципы, а потом мы как раз будем разбираться с санузлами. Потому что именно санузел на северо-востоке – это, пожалуй, самый такой неприятный дефект Васту. Да? То есть это то место, которое намекает нам, что нам пора двигаться дальше. И нам пора приводить дом в порядок, чтобы, возможно, перемещаться в другое пространство из него. Итак. Что такое гармонизировать пространство? Правило номер один. Совершенно невозможное для некоторых людей, но абсолютно обязательное. Дома должно быть очень чисто. То есть порядок должен быть всегда. Я знаю, что есть люди, у которых есть склонность раскладывать все по местам и 10 раз за день протирать пыль, а есть те, у кого творческий беспорядок. Вот творческий беспорядок – это не про гармонию в доме. То есть нужно попробовать систематизировать даже творческий беспорядок. В творческий беспорядок не должны входить там разбросанные фантики, грязная посуда по всему дому и вещи, которые занимают то место, куда их бросили. То есть номер один – порядок в доме. И это мы с вами действительно можем сделать еще до Нового года, да, навести порядок. Если уж очень большой бардак, то в конце концов можно вызвать представителя клининговой компании, и пусть он наведет этот порядок. Но лучше, если это делает хозяйка дома или члены семьи. Это важно, потому что к своему дому, как к своему телу, нужно относиться с любовью. И поэтому первое, что мы делаем, наводим порядок. Сейчас очень распространены там, какие-то способы наведения порядка, приведения в норму своих систем хранения и так далее. Там японский какой-то метод или еще какой-то. Неважно, чем вы будете пользоваться. Постарайтесь сделать так, чтобы в доме не было лишнего и не было грязного, старого и неиспользуемого. Это раз. И это относится ко всей территории дома. Вопрос, а если у нас есть как это, реликвии, да, то есть что-то, что действительно уже давным-давно не используется, но является для нас предметами памяти, там, семейными какими-то реликвиями и так далее. С ними-то что делать? Они же не вписываются в современный подход о том, что ничего лишнего. Для этих вещей у нас есть место в доме, и это место юго-запад или запад. Там можно расположить хранение вот таких вот реликвий, как я это называю. Да, и вообще для этих мест, для этих вещей хорошо, конечно, когда в доме есть кладовка. Но опять же, вспоминаем, что мы зачастую живем в квартирах, которые планировали не мы и так далее. Вот, замечательно. Огромный архив, библиотека. Вспоминая Иру, когда мы планировали ее дом, у нее тоже большая библиотека, достаточно не огромная, но большая. И для нее было найдено место. На самом деле прекрасное место для большого архива – это запад дома. И большой архив должен быть тоже очень хорошо систематизирован. И для него нужно создавать пространство. То есть это, опять же, это не должно быть
как это, красивой советской стенкой, в которую буквально ногой запихано огромное количество папок и книг. Да, иначе действительно там ничего не найдешь. Поэтому архив – это особенная работа. Вот для него место на Западе. Или на Юго-Западе, если это не часто используемый архив, потому что юго-западное пространство нам не очень-то нас располагает к тому, чтобы его использовать. Возвращаемся пока к общим принципам. Кстати, да, Юго-Запад и Запад – это очень хорошее место в принципе для хранения. Да? То есть там у нас должны быть самые тяжелые шкафы, там у нас должны быть гардеробные комнаты, если на таковые у нас есть пространство в доме. Там хорошо ставить самую массивную мебель, большие горшки с цветами, такие вазоны. Там мы можем хранить то, что используется нечасто. И там, на юго-западе и западе, самое лучшее место для отдыха. То есть там хорошее место для спальни. Хозяйскую спальню в идеале размещать на юго-западе. Если он есть, и если там не кухня, и у нас есть такая возможность. То есть если у нас есть возможность, то переезжаем спать на юго-запад. Если такой возможности нет, значит, просто проверяем, а что у меня на юго-западе. И одним из важнейших факторов, на которые стоит обращать внимание, это расположение окон в квартире. Если ваши окна расположены в северном, северо-восточном, восточном секторах дома, то уберите с них плотные шторы. Пусть там будет легкий тюль. Дайте возможность положительным потокам энергии, восходящему солнцу, энергии свежести с севера проникать в ваш дом круглосуточно. Тем более, что если у вас северные окна, то света у вас в квартире и так немного, да, то занавешивать их плотными шторами смысла нет особенного. Ну, только в том случае, если там есть спальня, но тогда плотные шторы должны использоваться только ночью. А днем обязательно окна нужно раскрывать. Если же ваши окна выходят на запад, юго-запад и юг, проверьте, чтобы у вас там обязательно были плотные шторы. И они должны быть занавешены по большому счету с момента заката. Даже тюль, который используется на этих окнах, должен быть более плотным. Мы живем в не очень теплом климате, да, и зачастую мы очень любим, когда у нас южные окна в квартире. Но южные окна раскрытые и не имеющие плотных занавесей, преобладающие по сравнению с востоком, севером, они, к сожалению, неблагоприятны как для нашего здоровья, так и для наших отношений. Обратите внимание, южный сектор относится к нашему состоянию процветания и защиты. И поэтому, когда он гармоничен, то внутренняя защищенность, внутреннее спокойствие и процветание нашего дома реализуются с гораздо более быстрой скоростью. Да? То есть нам всегда имеет смысл все-таки соблюдать правила. И это не значит, что нужно устраивать темную комнату в своем доме, если у вас только южные окна. Но это значит, что имеет смысл вечером окошки-то задергивать. Тем более, наверняка слышали, а если не слышали, то я это произнесу. Закатное солнце не очень полезно для энергетики человека. То есть оно как старость, оно ускоряет старость. То же самое относится к западной стороне нашего дома. Это самые медленные энергии.
самые тяжелые энергии. И там тоже должны быть закрытые окна. Там не нужно, чтобы текла свободная энергия. От нее нужно прикрывать себя. И самым, наверное, сложным из всех энергетических секторов является юго-запад, потому что оттуда, с этого направления, двигаются те энергии, которые раздувают наши желания и амбиции. И в квартирах, в которых нет этого сектора, или он очень открытый и преобладает над всеми остальными, очень часто вот это вот состояние неконтролируемых желаний приводит к тому, что алкоголизм проявляется, или какие-то зависимости, или игромания. То есть люди не могут справляться со своими желаниями. Поэтому пройдитесь по дому, посмотрите, как у вас там юго-запад себя чувствует. И все вот эти три нижних левых сектора, они имеют право быть прилично загруженными. Но все-таки там должен быть порядок. Да? То есть хорошо, когда вы основную тяжесть вашего дома направили в этот сектор. Сразу вопрос, да, что делать, если у меня там главный вход? Тогда нужно соблюдать очень интересные правила. Во-первых, абсолютный порядок в прихожей. То есть, в принципе, абсолютный порядок в прихожей – это одно из правил, которое Васту требует от нас, потому что прихожая, входная дверь – это род дома. Да? Мы не хотим, чтобы у нас рядом с ртом располагалась всякая грязь. Если входная дверь расположена в неблагоприятном секторе, то вот это требование к чистоте увеличивается. Но при этом появляются небольшие поблажки. Если в благоприятных секторах в прихожей не стоит ставить никаких тяжелых предметов, то как раз если входная дверь приходится на запад, юго-запад или юг, там массивный шкаф поставить можно. Но, правда, в этом шкафу надо соблюдать полный порядок. Не хранить там ничего старого, грязного и всяких реликвий. Реликвии уже в кавычках, не в положительном ключе. Итак, возвращаемся к общим правилам. Про порядок я сказала. Про окна. Да, а что делать с теми окошками, которые на юго-востоке и северо-западе? Здесь мы имеем возможность сделать поблажки. Здесь не нужны такие плотные шторы, как на западе, юго-западе и юге. Но мы все-таки можем занавешивать эти окна. Дальше. Что еще очень важно в доме? В доме очень важно, чтобы был свободный центр. И здесь проблема для наших квартир, потому что, как правило, центр квартиры у нас практически всегда занят межкомнатными стенами. Ну, стены мы снести, конечно, можем при большом ремонте, но не всегда это возможно просто по планировке квартиры. Поэтому постарайтесь центр квартиры хотя бы не загружать шкафами. Хотя бы не ставить туда самых тяжелых, самых массивных диванов. И что самое главное, чтобы в центр дома не попадала ваша кровать. Сейчас я перелистну слайд, чтобы было немножечко понятнее, как на центр смотреть. Да, вот мы взяли и наш периметр квартиры разделили на квадратики, да, на те же самые сектора, но в центре появился тот самый центр, да, пространство, в котором нам нужно создать наилучшее течение энергии. Представьте себе, что это ваше солнечное сплетение, ваш животик. Да, хорошо вы себя чувствуете, когда на нем, когда он сильно затянут, когда, или когда на него вы лежите на кровати, а на него вы положили что-нибудь очень тяжелое. Сразу сбивается дыхание, сразу нам некомфортно, и в итоге начинается плохое самочувствие у всего тела. Вот
свободное пространство в центре дома – это животик вашего дома, это его солнечное сплетение. Это та возможность, которая нужна для того, чтобы все остальные энергии в доме двигались, чтобы вы могли найти энергию на какие-то важные действия. Итак, вот эта картинка как раз отражает в общем, да, что нам требуется от разных секторов нашего дома. Смотрим, да, северо-восток, как я говорила, это свободное пространство, это алтарь или иконы, да, у кого что, это свет и это вода. Вода вообще увеличивает поток энергии, поэтому ставить воду, как кулеры, так и вазы с цветами, так и аквариумы, лучше на благоприятных направлениях. И поэтому воду мы лучше храним на северо-востоке, севере или востоке. То есть там они будут нам добавлять энергетики. Так, Лариса спрашивает, что у вас четвертинка дома. Нет, вы смотрите именно вашу четвертинку. Да? В вашей ситуации вы смотрите именно вашу квартиру. Мы же рассматриваем ваш дом. И, скорее всего, если у вас четвертинка дома, вам повезло, то есть у вас, наверное, квадратная или прямоугольная квартира, если лестница в центре. Хотя не факт, может быть, и Г-образная. Итак. Поняла. Да, к сожалению. Итак, первым делом мы наводим порядок на северо-востоке дома, а потом начинаем двигаться дальше. Те два сектора, которые его окружают. Север и восток. Восток – это вообще энергия здоровья. Да, это то место, куда нам светит восходящее солнышко. Это то место, в котором нам хорошо бы заниматься самыми нашими чистыми практиками. Север – это место нашего финансового благополучия. Тоже порядок, чистота. И нам здесь нужны окошки. А что же нам делать, если у нас окошек нет?